Как попасть в аквапарк? Нужно перейти мостик. Сейчас вам покажу какой. Через дорогу. Это снэк-бар у меня за спиной. Идете к аквапарку. Здесь будет вот такой вот мостик. Поднимаетесь на него. И вы на месте. А вот он, аквапарк. Пляжный волейбол играют ребята. Аквапарк детский. Мне он очень нравится. Я уже его снимал с телефона в защитном чехле. И это было круто. Здесь высокие горки, ракушка. Вот смотрите, сейчас бах! Вот так вот обливает всех. Также здесь есть полоса препятствий. Она, правда, еще ее не запустили. Ох, брызги летят. Но все равно по ней под присмотром родителей походить, конечно, уже можно. Смотрите, какая крутая. Здесь со страховкой необходимо сверху идти, видите, натянут трос. Ну, а снизу, конечно, можно и так аккуратно походить. Круто. Здесь есть свой снэк-бар небольшой, есть бар. Не надо бегать через мостик. Да. Вот, пожалуйста. Коктейли, чай, кофе, напитки, пицца, овощи запеченные, курица, рис. Я думаю, вы сами видите, луковые кольца. Сосиски. Купай что-то сейчас. Я не понимаю. А? По-русски я не понимаю. И здесь овощи, фрукты. Также готовят. Пожалуйста. Вот ребят снимаю. Откуда вы? Where are you from? Болгария. Болгария. Понял. Поэтому не понимаю. И вот мы добрались до аквапарка. Смотрите, здесь есть вот эти две горки, синяя, она маленькая считается, и красная. Но по скорости, в принципе, они очень быстро, особенно вот эта синяя, если вы ложитесь, вас выкидывает так, что вот мама не горюет. Унитаз, все круто, закручивает, но в самом унитазе только полкруга. Бабочка, вот это вот, это, конечно, незабываемые эмоции, если вас кидают спиной, просто круть. Зеленая труба тоже очень быстрая, хорошая. Вот эта желтая, которая средняя, мне тоже понравилась. А вот эти крайние, как повезет. Я иногда в них прямо застревал даже. Ту! Вот она. Бабочка. Это, конечно, аттракцион еще тот. Когда я в нем катался, я все время кричал. Я вижу, как некоторые люди катаются молча. Но, судя по всему, они катаются молча от страха. Вы отсюда вот стартуете и потом вот сюда наверх, назад. Очень весело, очень. Не поленюсь, поднимусь наверх, поснимаю вам сверху, чтобы вы видели аквапарк. Здесь у нас три уровня. Вот он, второй уровень, мы сейчас поднимемся на него. Это где находятся две водные горки, которые вроде бы самые детские, не страшные, но они достаточно быстрые. Вот они. Это синяя и красная. И это уже третий этаж. Третий уровень, где находятся все остальные горки.
и унитаз, и бабочка, и зеленая, и гонки вдвоем. Вот сейчас будет пытаться вас бабочки поснимаем. Вот они, смельчаки. Сейчас посмотрим, как они будут кричать. Издеваются над ними. У-у-у, полетели. И вы там. Это вот открытое, то, что я говорил. Это двойная на перегонки с ребятами. Давай, давай, давай. Друзья, я вам по максимуму показал этот отель, все, что здесь есть. Если вы хотите в этот отель, хотите на отдых, вам нужна помощь, обращайтесь ко мне, я с удовольствием организую вам отдых, тот, который вы хотите. Если вы самостоятельный путешественник, вы можете самостоятельно все сделать у нас на сайте payviking.by. Там удобная система онлайн-бронирования, онлайн-поиска, онлайн-оплаты. Все вы делаете самостоятельно. Если же вы хотите, чтобы мы организовали вам поездку, то, пожалуйста, наш сайт viking.by, раздел «Контакты», связывайтесь с нашими менеджерами, со мной, и мы организуем ваш отдых. Спасибо, что смотрите меня. Как оказалось, для YouTube очень важны ваши лайки. Поэтому я вас очень попрошу ставить лайки, если вам видео нравится. Это помогает это видео продвигать. Также, если вы хотите поддержать канал, есть кнопочка снизу «Подписаться». Подписывайтесь. Расскажите своим знакомым, друзьям про мой канал. И этим вы мне скажете самое большое спасибо, которое вы можете сделать, чтобы я этот канал мог улучшать и продвигать дальше. Спасибо, что вы смотрите меня. Пока-пока.